Re, весь этерс ирте. Объединение национальных стройкомпаний проиграло Министерству культуры в апелляционном суде. Строители считают, что государство им задолжало 12 миллионов евро за строительство национальной библиотеки. А Рижский окружной суд так не считает. Мы по-прежнему настаиваем на том, что требование строителя поменять установленные в договоре индексы не обосновано. Мы рады, что суд углубился в нашу аргументацию по существу. Общество строителей подало иск в суд Видземского предместья Риги. В прошлом году они требовали у Министерства культуры заплатить основную сумму штрафа и пени. Так и набежало свыше 12 миллионов евро. Весь сыр-бор из-за составленного договора о строительстве и методологии подсчета инфляционных коэффициентов. Минкульт был уверен, что 195 миллионов евро, уплаченные за стройку библиотеки, конечная сумма. Судебный спор между строителями и министерством тянется с 2017 года. В первой инстанции суд частично удовлетворил требования строителей, а теперь после апелляции отверг. Но этот приговор также можно обжаловать.